Привет, ребята. С вами Николай. Сегодня 3 апреля, пятый день карантина и самоизоляции. По нашей традиции мы проводим итоги. И на данный момент на канале 31 подписчик. Цифра не такая уж большая, но меня это очень радует. Даже при таком количестве подписчиков я продолжаю снимать видео и благодарен вам, что вы есть и смотрите мои видео. Итак, я хочу отжаться от по 31 раз. Поехали. Хочу вас приободрить и поддержать в этот нелегкий период в нашей стране и мире. Карантин – это вынужденная мера, и мы должны это понимать. Не теряйте время, занимайтесь любимым делом, саморазвитием. Уделите это время близким, если вы проводите вместе карантин. Читайте книги, смотрите хорошие фильмы или сериалы. Это то самое время, когда его можно уделить тому, что вы так давно откладывали. Также не забывайте о спорте и медитации. Они отгонят от вас плохие мысли, ваш ум станет ясным, вы правильно будете оценивать ситуацию и делать правильные решения. А те люди, которые работают, я хочу пожелать им хорошей работы и соблюдать меры предосторожности и гигиены. Не болейте. С вами был Николай.